Около часа назад, дорогие наши зрители, к нам в студию пришла очень печальная новость. Многие до сих пор не могут в это поверить. Ведь российский актер Дмитрий Миллер был для всех большим кумиром. Многие являлись фанатами и поклонниками данного актера. Наш источник сообщает, что сегодня рано утром в шоу-бизнесе появился такой слух о том, что поздно ночью в страшную аварию на окраине Москвы попал российский актер Дмитрий Миллер. По всем данным, Дмитрий Миллер сейчас находится в одной из больниц города в тяжелом состоянии. Мы продолжаем следить за развитием событий, так как информации пока очень мало. Единственное, что можем сказать, что его бессознательном состоянии нашли возле перевернутого автомобиля случайные проезжие, которые остановились, когда увидели автомобиль перевернутым на обочине. Оказалось, Дмитрий Миллер вылез из автомобиля и потерял сознание. Давайте, друзья, поддержим Дмитрия. Будем надеяться, что с ним все будет хорошо. Подписывайтесь на наш канал, ведь только у нас каждое утро выходят самые интересные новости из жизни звезд шоу-бизнеса России. До скорой встречи на нашем YouTube-канале.